Привет, народ. Сегодня вот купил такой фонарик. Фонарик фирмы Камелеон. Так, ну давайте посмотрим. Фонарик, получается, модель Течно, ну или там Техно. Светодиодный фонарь. Дальнее свечение до 400 метров. Зум имеется. Переменный фокус. Также имеется 3 алкалиновых батарейки. Мизинчиковые 3А. Ну, там ААА, получается, 1,5 вольта. Также фонарик выполнен из алюминиевого корпуса. Возьми в подарок. Ну, в подарок имеется в виду, что идут 5 режимов его работы. Первое включение это 100%, потом 50% мощности, 20%, потом сигнальный и режим SOS. Свечение 500 люменов, яркий белый свет. LED технологии. Так, здесь смотрим. Он используется для путешествий, для охоты, для промысла. Сверху также написано на украинском языке. Так, незаменим при поисковых операциях. Дальность действия до 400 метров. Незаменим для подачи сигналов в экстремальных случаях. Ну так, производитель Китай, как обычно. Так, ну что, хочу сказать, сейчас у нас 19 год, уже конец 19 декабря. Сегодня 15 число, а тут 8 число, или я даже не знаю, то ли число 8, то ли месяц 8, ну 18 год. Так, ну давайте немножко по его описанию, тут, которое имеется. Так, получается 10 лет 40 службы светодиода. А тут получается в фонарике имеется один светодиод. Так, ну давайте, ну тут написано, как он получается. Зум у него с помощью вот этой выступа. Туда-сюда можно как бы регулировать режим работы и насколько хватит определенной мощности его потребления электроэнергии, насколько его хватит. При режиме 100% мощности 4 часа при элементах камелеон плюс алкалин. Именно при них, при других, возможно, другие немножко расхождения быть. 100% когда включаем 4 часа, 50% 6 часов, 20% мощности 15 часов. Мигающий стробоскоп, строп 48 часов, в режиме SOS 14 часов. Ну, характеристики: максимальный световой поток 500 люменов. Яркость излучения снижается по мере разряда элементов питания. Ну, это понятно. Световой поток 6500 кельвинов. Типа написано холодный белый свет. У меня, насколько я, если не ошибаюсь, 6500 это уже не белый свет, а уже более такой голубоватый свет. Так, данные испытания были проведены в лаборатории Камелеон при температуре плюс 27 и относительной влажности 50%. Так, данный электрический фонарик используется для освещения. Он имеет противоударный корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным анодированным покрытием типа второй степени, пыль и влага, защита IP65, это очень хорошо. Светодиод XML-T6 высокой яркости и потребляем мощностью 10 Вт со сроком службы до 100 тысяч часов, 5 режимов освещения, кнопка включения с резиновым уплотнителем, возможность фокусировки светодиодного пучка зум, пластиковый держатель для батареек, ремешок для перемещения, 3 алкалиновых батарейки на 1,5 вольта, мизинчиковые, 3 буквы А. Ну, также можно использовать литионовые аккумуляторы, написано. Так, ну тут, в принципе, все остальное. Так, ну, срок службы 4 года. Давайте вскроем его и посмотрим. Так, он, получается, в таком блистере находится, запаянном. Что, получается, кроме нас его никто не открывал. Вот это хорошо в данных блистерах. Так, купил я его за 420 или 30 рублей, уже точно не помню. Так, ну, у нас как китайцы запаяют, что игрушки детские, что вот эти фонарики, чтобы их достать, это там целая история. Ух ты,
Батареечки разбежались, но мы их поймали. Так, уложим. Убираем лишнее. Фонарик такой интересный, но у него, знаете, у него вот эта головная часть такая вот выступает. Довольно-таки увесистый. Так, давайте, ребята, я сейчас открою. Кому интересно, давайте так мельком проведу. Но, в принципе, то, что я вам зачитывал, я думаю, что оно как раз здесь и написано. Кому интересно, включаем паузу и смотрим. Ну, я думаю, то, что я прочитал, то оно есть. Смотрите, интересно, да? Полностью черный такой, тут немножко серебристый, и тут такая светло-салатовая кнопка. Обычно черные всегда кнопки, но тут немножко. Тут такая ребристая поверхность. Ну, как я говорил, алюминиевый корпус. Так, это пластиковый корпус для батареек алкалиновых. Камелеон плюс. 1.5 вольта. Входят в комплект данного фонаря. Так, ставим. Так, ну все, фонарик мы, получается, снарядили батарейками. Имеется вот такой теплячок, чтобы можно было легко на руку одеть и идти. Ну, кнопка включения сбоку. Получается, вот, можно идти так. Ну и кнопку включили, и дальше идем. Так, ну давайте посмотрим, что. Как я уже говорил, алюминиевый корпус противоударный. Также, получается, у него защита IP65. Это очень даже хорошо. Так, ну тут и написано, какой у него зум. Вот, кому интересно, посмотрите. Не знаю, насколько это правда, но должен светить до 400 метров. Тут что-то даже аж увеличение до 2000, что ли. Не знаю, насколько это правда, но хочу вам сказать, что мы это все проверим. Так, зум. А, вот, ребят, смотрите. Зум, как я говорил, у него регулируется, вот, видно, да? Таким способом, вытягиванием от основного корпуса вот этой головки. Так, ну давайте включим. Ну, что я хочу вам сказать. Светит он охеренно. Светит он очень ярко. Ну давайте посмотрим, что зум. А, получается, при увеличении, так сказать, его длины, зум увеличивается. Не зум, а вот этот. Уменьшается, точнее, световой поток. Более точно точка при его сжатии увеличивается зум. Ну, светит довольно-таки ярко. Ну, хочу вам сказать, что я сейчас вот глянул на него, я поймал зайчика. Ну, в следующем видео постараюсь в темное время суток снять и посмотрим, насколько он у нас бьет. Ну все. Кому понравился данный фонарик, обзор по нему, ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем. У кого, ребят, был в эксплуатации данный фонарик, пишите свои комментарии по своим, как бы, ощущениям, как данный фонарик работает. Есть ли смысл сюда ставить светодиодные, говорю, эти аккумуляторы. Я все-таки думаю, что лучше, конечно, на аккумуляторах данный фонарик использовать. Вот, давайте посмотрите. Вот там какой светодиод. Здесь, получается, как увеличительное стекло имеется. Такие вот выемки на корпусе. Ну вот, как я говорил, вот зум. Он, получается, зум сужается при выдвижении, и зум расширяется при его. Ну, я думаю, что, чтобы дальность сделать, это надо его все-таки... Хотя нет, наверное. Ну, ладно. Завтра я поснимаю уже в темное время суток на улице и посмотрим, как данный фонарик светит. Ну, все. Всем пока. До встречи на канале.